защищать таран. Я все сделаю. Масло! Сейчас ты сдохнешь! Эдмунд прячется в главной башне! Наступаем! Все вместе! Другой вход повыше.
посмел взять этот замок там, воины Альфреда скоро покарают тебя. Мы здесь не ради мертвого камня, Тент Эдмунд. Будьте прокляты! Ты и твои башки! Я не позволю тебе управлять мной! Скорее умру! И сколько твой король заплатит нам, чтобы сохранить тебе жизнь? С юга приближается войско. Настоятель монастыря Святого Адриана. С ним целый фирт. А, аббат Кинеберт! Хвала Господу! Если тебе нужно лишь серебро, у церкви его в достатке. Если мы договоримся, ты будешь свободен. Пары сундуков хватит за жизнь крысы. Не будешь молчать, придется перерезать тебе горло. Ай! Полегче, язычник! Не так грубо, дикарь! Ты умрешь за все унижения, которым подверг меня, Дан! Ничего личного, Тен. Для меня ты значишь не больше, чем сундук серебра. И ради этого ты взял приступом мой замок и убил моих людей? У тебя нет чести! Довольно! Или отправишься к саксам без пальцев? Да! Эй, вы, язычники, отпустите его! Или вам всем конец? И что же ты предложишь нам взамен? Вашу жизнь! Мы слишком многих потеряли. Этого мало, раб Христа. 20 сундуков серебра! Дай им все, что просят, Кинеберт! Это опустошит казну слуг божьих. Я не могу заплатить столько без ручательства. Эдмунд? Хочешь выторговать что-то за мою жизнь? Ты так быстро прибыл, аббат. Эти черви только что взяли мой замок. То была воля Господа, Тедмунд. Он послал мне страшное видение. Язычники хотели убить тебя. Это совпадение меня настораживает, аббат. Ты... Господи Боже, что с тобой? Мне нечем дышать. Он мертв. Без сомнения, от яда. Нет, нет, нет. Поднимите его. Он не может умереть. Не должен. От яда? Кто же мог успеть его отравить? Многие короли и пугливые люди носят с собой яд, чтобы не попасть в плен и не платить выкуп. Какой ужас! Альфред выберет другого и... Господи, Альфред! Что же я скажу королю? Мы выполнили обещание, Кинеберт. Тебе может не нравиться исход, но ты нам обязан. Я найду вашу леди Паладина. Дайте мне день. Будьте в аббатстве завтра, и я... О, боже, боже! Мне до смерти надоели эти проволочки. К йотунам, Кинеберта, найдем Фулки сами. Тише, Эйвор. Освободи Гедрика от клятвы. Встретимся в аббатстве Кинеберта. Сегодня ты сражался как настоящий зверь, Гедрик. Твоя клятва исполнена. Я рад был биться вместе с тобой против псов из Уэссекса. Пусть наша дружба будет вечна. Мне не интересны склоки христианских владык. Я здесь ради... Сигурда. Понимаю. Как найдешь его, возвращайся. Устроим пир и выпьем меда за нашу дружбу. Охотно. Тут нужно быть осторожнее.
слишком тихо. Где монахи и люди аббата? Сказал бы, что рад встрече, брат, но мне как-то не по себе. Что здесь произошло? Я следил за аббатом по пути сюда, но не видел ни его прислужников, ни монахов. Их убили? Не думаю, но в могильной тишине мало хорошего. И где же аббат сейчас? В своих покоях. Идем, и будь настороже. Ты не думаешь, что он замыслил предать нас, брат? Зачем пастырю Божьему союз с еретичкой? Кинеберт жаждет власти и славы. Раз Тедмунд мертв, ему придется добиваться их иначе. В этом есть смысл. Держи клинок наготове. Кинеберт, твои гости прибыли. Входите, ужин ждет. Дорогой аббат прислал приглашение. Сказал, что мои друзья ищут меня. Для ужина рано. Но эль Кинеберта так славно идет под баранину с горошком, корицей и черникой. Я не устояла. Где мой брат? Он... Разве он не здесь? Боже, я ему не сказала. Убьешь ее, не найдем Сигурда. Сядь, Эйвор. Ешь. И послушай историю о том, кто говорит с богами. Смеешься? Я убивал и за меньшее. Разумеется. Таков этот ужасный мир, верно? Мы с тобой забиваем овец, когда нам вздумается. Большинство людей годны лишь на то, чтобы умереть. Ничтожество. Но не Сигурд. Сигурд совсем другой. Его коснулось нечто высшее. Его устами говорят боги. Он поверил в твою ложь. Твои слова подобны яду. Нужно было слушать, Эйвор. Я говорила. Боги существуют, и мы завладеем их мощью. Ты не найдешь его, пока я не закончу. За старых друзей! Как же вкусно, Кинеберт. Мне не чудится тут гвоздика? Что ж, с ужином покончено. Убейте их. Тела доставьте в мой санктум в Кентербери. Они скоро будут здесь. Может быть, есть другой выход? Я отправлю вас к вашему богу, Саксы! Вы слышали, господин? Убейте их! Фулки обмолвилась о Санктуме в Кентербери. Да, и без всякой нужды. Нужно быть настороже. Может, это ложь? Возможно. Но других следов у нас нет. Хочется думать, наша цель стоит стольких смертей. Жизнь Сигурда? Моего брата? Конечно. Так пойдем же, вместе нырнем в пасть гибели.
Я и не надеялся дожить до старости. Все это не напрасно, Эйвор. Мы найдем Сигурда. Дело не в нем одном. Фулки получит свое. Лети, Сюнин. Накину-ка я капюшон. Здесь много людей, Фулки. Сигурда хорошо охраняют. Нужно действовать осторожно и скрытно. Готов? Давай за мной. Ловушка. Зачем Фулке выдавать свой сан? Она ждет нас. Уверена в себе. Но еще не знает, что ей грозит. Она слишком умна для этого.